Здорово, ублюдки! Алишер Моргенштерн, мы тебе, бля, привели телок. Я люблю тебя ебать. Так, опа, на что-то. Все, лах, еще живы, панки, блядь. Я тебе проснусь в кошмарах и зарежу тебя. Панки, хуй на все, ожили, блядь! Давайте сделаем легендарный разъеб, чувак! Весь контент просрал. Живи с этим. Камеру, не надо так. Я люблю тебя ебать, та-та-та-та-та-та-та. Ну все, врубай. А, чё, я на изменщице мразота. Пойду надену лифчик. Наконец-то. Снова расстегнется. Вышло видео на мой личный канал, представляете? И сегодня вы узнаете, как живут видеоблогеры. Да, Кать? Ага, да. А чё ты? Ты чё такая наркоманка? Потому что меня полизал скайп. Все лицо мне облизало, в итоге я стала наркоманкой. Ну, ты отвернешься, я надену себе лифан, потому что без лифана как бы не очень. Что-то в последнее время вот из-за тебя, между прочим, ты плохо на меня влияешь, теперь я, видишь, откинула все свои рамки и стала извращенной бабой. Это все ты виноват. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Валерий. Привет. Здорово. Нормально. Забавно, что мы с тобой увидимся только на таких мероприятиях. Да. Ну, хоть этот в телна. Все, чеканерики в сборе, можем заходить, да? Кстати, скоро выйдет третья часть «Халупы», я придумал уже сценарий на примерно 5 серий, серьезно. Я там тоже буду, да? Немножко, да. Конечно, все буду. Весь контент просрал, тут так уж такая сцена была прекрасная. Че, видимо, а что, мы идем? Моргенштерн там мне уже звонит, говорит, братишки, все, давайте, да? Заходите, конечно. Ну, если звонит, надо идти. Моргенштерн звонит, уже все, пошли. Моргенштерн. Знаешь, Ирина как говорит, Моргенштейн. У меня мама так же говорит. Да? Да. А не помню до конца, как это. Моргенштерн у меня иногда получается. У меня мама долбоебом его назвала. Просто. Ну что ж, челны, здорово, ублюдки! Давайте сделаем сегодня жарко, красиво, но так, чтобы никто не умер. Вы у нас 13-й город, сегодня пятница. Как видите, нам пришлось еще набрать звука, чтобы разъебать ваши лица сегодня. Поэтому я на вас надеюсь. Мы впервые в вашем прекрасном городе. Давайте сделаем так, чтобы я запомнил это дело всегда. И чтобы вы запомнили это дело всегда. Ну что, челны, устроим место? Говорят, мои песни ужасны. Но это просто моя жизнь. Говорят, я горжок и я... Короче, Коля настолько близко ко мне, я его как будто ебу, блядь, там, блядь. Хуй знает, кого я там ебу, хуй знает. Привет, мне передаем. Поднимите ваши ручки, пора попить водички. Вы у меня культурные солнышки, я знаю. Хоть и панки ебаные, но культурные, я знаю. Поэтому делитесь со всеми. Почти поймал. Мой братан поймал. Нахуй воду обратно отдали. Воду обратно отдали, бля. Кто спиздил воду, бля? Мой братан поймал. Подняли ручки, подняли, а то я кому-то поебал, бля. Ой, простите. Суки, блядь. Ну хоть нахуй отдай сюда, блядь. Нахуй тебе вода. Сначала братан пьет. Потом я. Итак, господа. Потом мой братан пьет. Пожалуйста, братан. В челнах еще живы панки, блядь. Да! Панки ходят! Окей. Панки жили, панки жили! А эти панки, я не могу, блядь, показать, что они культурные панки. Ну давайте, они сейчас приготовят огроменный кружочек, да? Ага. И на счет три, запомните, на счет три. Панки живы, панки жили, панки хуй на все отжали, блядь! Окей, черные готовы! Давайте, на счет три. Круто, это хуёво, они реально могут тебя убить. Следующая песенка. Я хочу
чтобы вы, бля, запомнили припев следующей песни на всю блядскую жизнь. Потому что он, ну, очень банальный, очень простой. Но это то, что действительно вам поможет. Просто, просто послушайте. Давай. Концерт заебатый, мне все понравилось. Сейчас пойдем в гримерку, Алишеру этот дреды мыть шампунем. А Эмбаку тут, короче, фанаты Алишера на нас налетели. Я хуй знает, что они там на нас увидели. Коза вообще. Короче, передай всем привет. Всем это кому? Ну, короче, привет. Короче, да. Всем привет, нахуй, не выебываемся и поставим лайки в наши эти все, блядь. Давай. Давай. Не попал, да? Попал. Ребят, вы перепутали, это не наш концерт. Можно, короче, одну фотку сделать? Берите, короче, мои ноги. Че? Ногу. Ногу? Да. Че, уел? Давай, а, бери, на мою ногу. Да нахуй мне твоя. Че, ты заебал, бери. Ну, блядь, ну, блядь, давай поддержу. Да ты вот нахуел, да, моей фоткой. Блядь. Можно пососать тогда, блядь. Ты везде застыл, блядь. Вообще, ладно, блядь. Блядь, я тебе до сейчас буду. Хватит, давай. Аккуратно, блядь. Я чемпион мира бойцы был, да? Да. Кать, стой, стой, стой. Что такое? Катя зашла в курилку и не ожидала, что здесь курят. Вроде концерт закончился, но людей не отпускает. Да. I'm shocking, I'm wahoo, блядь. Всю ночь тусили и вышли только утром. Шутка. На самом деле мы... Оставили машину вчера после концерта Моргенштерна здесь, потому что Катя немножечко выпила. Зачем я выпила, я так не поняла вообще. Я просто выпила, как бы, и вообще смысла не было. Я такая, ну ладно. Поэтому пришлось оставить машину здесь. И как же мы были рады, что она здесь стоит и никуда не делась. Все, даже работает. Скайп, все хорошо? Он сказал хорошо. Как же мы делаем зелеными глазами? Почему хуй знает? Все бытовые дела сделаны, мы забрали Александра, сейчас будем что-то делать вместе. Подписывайтесь на канал Чиперс. Или что это за канал? Это Перец Флай. А, Перец Флай. Мой личный канал. Все, понял. Ну, на мой тогда тоже подпишитесь. И на Чио Ян тоже. Сегодня, блин, бегал за детьми. Которые опять пришли опять к нам домой и долбятся, блин. Они, короче, долбятся, а Скайп начинает орать, как резанный. Как бы, блин, ну, собаку жалко. Так не то, что жалко, мне и собаку жалко, и меня жалко. Свои уши жалко. И Катю жалко, и у пчелки жалко, и вообще всех жалко. И мы такие, блин, что делать? Они, блин, прячутся за машинами, давай от нас убегать, все дела. Потом еще раз пришли, опять звонить начали. И пока звонят, я думаю, блин, надо выйти. Домофон долго звонил? Думаю, они там, наверное, стоят. Ну, Валера вышел в итоге, дал пизды. Надо создать организацию по уничтожению хуевых подписчиков, которые долбятся. Да? Вот я как раз занялся этим. Базука, вот первые шаги положены, одного поймал. И он мне такой говорит, они меня подставили. Они меня подставили, они меня заставили. Прикинь, подставили, заставили вообще. И так каждый раз, когда кого-нибудь ловишь, они мне говорят, они меня подставили, заставили. Потом другие двое все-таки подошли. Я их так щелк на телефон, говорю, еще раз, придете, вот эта фотка в ментовку пойдет. Да? Ну, она да. Реально все пойдет в ментовку, ребята. Если вы хотите со мной иметь дело, то лучше не надо. А, вот, вчера же мы потусили на концерте Моргенштерна. Короче, было прикольно, а потом оказалось, что он пиздец злой, потому что звук был говно, но звук реально какой-то странный был. Вроде слова есть, а музыки как будто нет. Наоборот было еще. Наоборот. Потом. Нет, нет, наоборот. Я музыки вообще музыка не слышал. Музыка пиздец орет, а слова музыки не слышны, не я было. Просто не могла. Да нет, была музыка. Музыки вообще слов не было. Не было. Вот, Моргенштерн, приезжай еще. Звук наладим в следующий раз, все будет хорошо. Мы уж постараемся. В следующий раз хоть попухаем с тобой нормально, блядь. Тут взял резко, блядь, уехал, расстроился. Катька ему открытку передала, все нормально. Но он в итоге он опубликовал другую открытку. Я ему привез двух жен, Настю и Ирину. Они что-то, блядь, туда-сюда и съебались, уехали. Еще одна была. А, ну да, да. Подруга чья-то? Алишер Моргенштерн, мы тебе, блядь, привели телок, а ты что-то взял это, не воспользовался шансом. Такие телки были, ужас. Ну ничего, в следующий раз. Так, челницы, для вас обзор на Sunrise City. Короче, вот построили такую залупу там в городе. Типа самое крутое это помещение. Ой, блядь, ну жилищные дома. Но я вам скажу, что мне оно нихера не нравится, потому что вот это здание, вот точно такое же, как вот это. Да не бабка, вот это вот здание. Вот они одинаковые, вообще копия, бля, мне не нравится. А вот это как тебе?
Вот это? Тут тоже серая хуета какая-то. Что там, вот что тут, вот они все... Ну, это, понимаешь, должно быть в одной стилистике. Иначе будет сильно отличаться, и люди подумают, слишком что-то это заебись, и не поедут туда. Самолеты так стрёмно города выглядят, как будто, знаете, заброшенное такое место. Это ужасно выглядит, честно. Надо менять дома. И вообще, помогите мне перевесить дом. Давай, дорогая. Ладно. Так что, архитекторы набережных Челнов, блядь, давайте задумаемся нормально, чтобы, блядь, все было. А то город некрасивый у нас, скучный, стрёмный, блядь, вообще. Ну, серость, ужас. Это, серость. Серость. Ну, и один Валерик цветной с пятью ходит, блядь. Ну, мы хоть как-то пытаемся привнести свет в этот мир. Как-то. Так, мы пришли к Гринту. А что, открыто? Открыто, но закрыто. А, все, там человек есть. Да? Да? Человек есть? Или биоробот там? Ну, давай я сейчас открою и скажу, я от Рента. Давай. Мы от Рента. По карте, пожалуйста. Мы из чего от Рента? Мы от Рента, если что. Привет. Здравствуй. Привет, малыш. Как дела? Нормально? Нормальные влоги. Павроди, павроди, сыр, сыр, павроди. Подожди, у тебя что, пизда пиццей пахнет, бля? То есть, если пицца пахнет пиздой, то пизда будет пахнуть пиццей. Эррор, 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 эррор. Во-во-во, смотри. Не, реально пиздой пахнет. Ну, блин, если бы у Кати в пизде такое было, я бы туда не полез, блядь. Бля. Ну, либо наоборот, если бы голодный был. Бля. Саня, Саня теперь думает, блядь, я ем Катину пизду. Саня, сделай вот так. Просто вот. Саня, сделай так. Я не хочу. Есть хочешь, делай. Вот у меня тут такая, смотрите, кухонька переносная. Это вчера я заказал доставку, и вот только сегодня я добрался до того, чтобы поесть. Настолько у меня плотный график. Как же это есть-то с камерой? А никак. Стоять оба вместе. Тихо. Чё за так, хуйня? Так, опа-на, что-то. Что-то происходит. Короче, этот парень, мы сидим в машине, я, Саня, Катя. И этот парень идет вот так вот, смотрит полчаса вот так. И как только я говорю, смотрите, какой интересный парень, он берет и делает. Как ты сделал? Не скажу. Вот так. И нас напугало, мы говорим, поехали за ним. В итоге, что это было? Зачем? Специально, чтобы тебя напугать. Ты напугал? Да. Это все? Нет. Нет? А дальше не расскажу. В смысле? Живи с этим. Чего за в смысле, живи с этим? Я и так живу на нервах каждый день. Вот. Вот ты пранкни его и поугарай над ним. И что будет? А, посмотришь. Ебать, я только что обосрался, блядь. Я аж пукнул, блядь. Я тоже? Да? Одновременно, походу. Да? Я на полном срезе. Очень странный парень, я не знаю, что это было. Потому что кто тебя подослал? Потому что я учусь в 34-й школе. Где-то я слышал об этой школе. Да я даже не знаю, что она там находится. Кто-то там рядом живет, я не знаю. Кто-то там тоже учился. Кто-то там тоже учился. Кто-то там живет рядом. Вот эта машина. Очень странно. Да. Очень странно. Блядь, ну я думал, это хорошо. Это все, что ты нам хотел сказать? Нет. Хочу с вами сфоткаться. Ну давай попробуем. Давай. Бля, вообще, чувак, ну ты даешь, бля. Ну, если еще что-то есть сказать, ты скажи, потому что я не усну сегодня. Мне вот это вот твое будет сниться. Будешь спать так всю ночь, и я тебе проснусь в кошмарах и зарежу тебя. Возьму, буду издеваться над Катей, над ним, и ты будешь страдать и мучениях умирать. Давай, фоткайся. Кем твои родители работают? Давай фоткаться. Давай. Они будут страдать. Блять, все, хватит. Вон ему говорить. Не-не-не. Что-то будет жить нормально, ты-то что? Че, блядь? За что? Видишь, у тебя уже половины сердечка нет. Значит, страдать будешь ты. Ебать. Он это специально сделал, чтобы страдал ты. Это он все задумал. Что за Моргенштерн в молодости? Ебаный, я срать захотел. Так я тоже. Давай быстрее, блядь. Я прям сру сейчас. Я рукожоп. Я жукороп. Бля, давай быстрее. Давай, давай, фоткаемся. Они страдать будут. Как тебя зовут? Сергей. У нас странные Сергей. Все Сергеи у нас какие-то странные знакомые. Да. И они будут страдать. Давай нам что-нибудь хорошее скажи. Да, и... скажи мне что-нибудь хорошее лучше. Он тоже будет страдать. Блин. Ну хоть вместе, блядь, это типа для меня хорошая новость. Блядь, Катя, это пиздец какой-то. Все,
Домой меня надо. Может, ты дойдешь до дома? Хоть не. Ты чё, он же сказал ему, что будет страшно. Бля, чё это за парень, блядь? Бля, вообще. Это самый не... это самый странный школьник, который я видел. Ты просто анимешник. Это не анимешник, это бэт-трип анимешник. Ручник сними, блядь. Блядь. Бля, ой, бля. Вот это серьезно мы встряли, блядь. Можно переднюю машину уебать. Вот не надо. Ай-ти-ти-ти-ти-ти, Катюшка. Кать, газуй, газуй. Так, рот свои закрыли? Рот свои. Рот свои. Рот свари. Ртвы свои. Ртвы? Ртвы. Закрой! Все, задом давай. Задом, задом виляй. Задом в гору, задом в гору. Да, интересно, у нас подписчики, конечно, некоторые вообще. Вы меня удивляете, ребят. Я хочу вам свет нести, добро, вот чтобы вот радовать людей, развлекать их. Они мне говорят, что я буду страдать. Он нам несколько раз это сказал. Что мы еще перекрестил нас. Почему? Я не понимаю.